А где противник, ребята? Я не понял. Это что за прикол такой? А чё тут не выжить-то? Ну, катаемся. Ай, минка! Минка! А, колеса посыпались, мины посыпались. Ай-яй-яй-яй, не перевернулся бы. Эх, пингвины, коровы! Привет, ребята, с вами Мобик, и мы продолжаем разбивать головы в игре Drive Ahead. В сегодняшней серии мы будем выполнять ежедневные задания за январь, потому что их осталось огромное количество, а месяц уже заканчивается. Но перед этим, как всегда, давайте зайдем в казино и выиграем себе что-нибудь интересненького. Запускаем автомат, и это Роршах какой-то, в общем, какая-то новая арена со странным названием, и скелет. Значит, черепушечку мы выиграли, ребята. И какой-то обледеневший мост. Да, в общем, ни одного проигрыша, ребята, это было круто. Что мы ни разу не проиграли. Так, я вот открыл несколько заданий, посмотрел все видео, которые надо было посмотреть, чтобы открыть задание. И первое задание у нас «Рожденный драконом. Победи 5 врагов». Так, мы викинг какой-то на монстр-траке. И смотрите, сколько тут драконов. Так, один самоубился, ребята, один самоубился. А мы, смотрите, скачем туда-сюда, как эти сальтушечки делаем. Так, да, приземлились на голову одному. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, что ж такое-то? Тут вон посыпались у нас метеориты и заехал мне дракон в голову. Так, ну что ж, давайте попыточка номер два, дракоши. Мы вот так с сальтушечками, видимо, и будем их одолевать. Потому что других способов я не вижу. Ай-яй-яй-яй-яй. Ребята, видимо, вот этот обледеневший мост как раз и есть арена, которую мы только что выиграли. Так, ну что ж, давай, да что же такое, хвостом заехал, а? Так, ну что ж, поехали, эх, трамплинчик помешался, вот мы в голову заехали одному. Так, да, ребята, мы второму заехали. Так, ну-ка, подходи давай, подходи ко мне. Сейчас мы тебе заедем, ай-яй-яй-яй-яй, метеоритом получили в голову. Оставалось сейчас совсем чуть-чуть, ребята. Так, ну что ж, сальтушечка, о, смотрите, какие сальтушечки я буду делать. Не до сальтушечки, да, мы двоих замочили, ребята. Вот это прикол. Так, вперед и назад. Ай, мы третьего замочили, ребята. Совсем чуть-чуть осталось. Эх, встали в дыбы, а. Встали в дыбы, и нам в голову заехал дракон своим хвостом. А, получи тебе вон пингвина, ловите. Ловите пингвина. Так, одного замочили, ребята. Что же делать? Эх, пингвины мешаются. Блин, мешаются пингвины. Ай-яй-яй. Какое-то у нас тут столпотворение. Так, метеоритные... Кто они там? Метеоритный дождь. Эх, не попало бы в голову. Да что ж такое-то? Последний оставался, ребята. Последний враг. Ну давай, не до сальтушечки опять. Раз, один готов. Так, второй подходи, да. Еще один. Давай, третьим будешь. На тебе. Еще двоих, ребята. Эх, метеориты бы не завалило нас метеоритами. Да что ж такое-то, в голову на последнем противнике получаю всегда. Эх, эти метеориты, а. Так, первый, на. Второй, ты где? Где ты? Вот он появился. Так, давай, на тебе. Так, ну что ж, эх, блин, а. Вот дракон встал в дыбы. Немножко я не туда поехал. Надо было, чтобы он ко мне ехал, а я к нему поехал. Так, ну, как бы на тебя заехать. Так, ну что, давайте двоим вам сразу, раз. Эх, не получилось второму заехать. Ребята, как-то что-то у нас все запущено. Первый, ай-яй-яй, взорвались. Так, второй, давай, второй. Да ну что ж такое, кое-как дотянулись до головы, ребята. Так, третий, да, еще двоих. Не перевернуться бы, сейчас посыпались мины, ребята. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, получил в голову. Так, ну что же, когда же я вас, драконов-то, победю уже, а? Сколько можно-то? Смотрите, он хочет заглотить мою машинку. Но такое колесо-то не заглотишь ты. Так, вот, двоих, смотрите, замочили. Да-да-да, эх, пингвинчик. Так, четвертого замочили. Да, и последний самоубился, ему на голову мина упала. Вот это круто, да. Так, ну что ж, ребята, выполняем следующее задание. Что тут у нас? Танец дракона, выживи в течение 15 секунд. А где противник, ребята? Я не понял. Это что за прикол такой? А чё тут не выжить-то? Ну, катаемся. Ай, минка! Минка! А, колеса посыпались, мины посыпались. Ай-яй-яй-яй, не перевернулся бы. Эх, пингвины, коровы.
Ребята, нас чуть не засыпало коровами, но не успели долететь, кончилось время, вышло время. Да, мы выжили в течение 15 секунд. Странное немножко задание было без противника, ну ладно. Так, ребята, смотрите, какое задание. Пандокавардак. Это что такое? Пандокавардак какой-то. Выживи в течение 15 секунд. Так, ну что ж, машинки такие. Ай-яй! Это что такое вообще? Я не понял вот это вообще. Как тут 15 секунд-то выжить, а? Вот мне интересно, давайте сальтушечки будем делать. Туда-сюда, вперед, назад. Эх, ну что ж такое-то? Ай, в голову кому-то заехали, ребята. Какой-то вообще беспредел. Как тут выжить-то? Колесом в голову получили на 11 секунде, а? Ребята. Ну ладно, сальтушечка, раз. Эх, ну нам бы в воздухе бы продержаться бы. Никто бы на нас не упал своими колесами здоровыми. Ай, смотрите, какая куча мала получилась, а? Задавили нас эти панды медведя, блин. Медведя и черно-белые. Перевернулись, ребята. Так, ну, давайте еще разочек. Давайте, панды. А, да что ж такое-то, а? Получили в голову колесом. Я не знаю, ребята, как это вообще? Что это такое-то, беспредел? 5 секунд выжили. Да что ж такое-то, а? Так, ребятки, ну что ж, давайте, поехали. Еще попыточка. Вот мы кому-то на голову заехали, еще кому-то заехали. Сальтушечки, да? Ай-яй-яй, 9 секунд у нас получилось продержаться. Так, ребятки, ну что ж, давайте сальтушечки опять туда-сюда. Эх, колеса летают, смотрите, 4 секунды всего. Как там не очень, ребята, результат. Ай-яй-яй, куча мала. Ух ты, смотрите, кверх ногами ездим. Да что ж такое-то, а? На горочку заехали, в голову получили. Ребята, а может вот таким образом мы будем сейчас ездить? Перевернуться, да и чтобы до головы никто не дотянулся. Мне кажется, это вполне реально, только вот перевернуться проблематично. Так, ребятки, ну что ж, давайте еще разочек. Эх, 9 секунд, 4, 5, ай, да сколько, 9 секунд мы выстояли, ребята. Я смотрю, что-то не на то, видимо, это время до внезапной смерти, а я не туда смотрю, короче. Так, ребятки, ну что ж, и панда-кавардак, эх, получили опять голову колесом, а, панды. Медведя недоделанные, ай, смотрите, нам бы полететь куда-нибудь повыше. Ах, 5 секунд. 5 секунд, ребята, я не знаю, сколько времени займет прохождение этого уровня, почему так все долго? Отстаньте от меня, панда-кавардаки! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй, ну перевернулись, а, 10 секунд, ребята, да что ж такое такой-то уровень вообще? Он, конечно, прикольный, но как его пройти-то, я не знаю. Так, нужно побольше нам в воздухе зависать, короче, чтоб нас никто не трогал вообще. Или посередине, смотрите, как у нас получается вообще. И задание выполнили мы, смотрите, и как-то все неожиданно получилось. Фу, вот это, конечно, заданица, ребята, какое-то оно было вообще сумасшедшее, если честно. Так, львиное логово, победи 6 врагов, ну давайте. Ох ты, у нас, смотрите, какая-то машина, перевозящая преступника. Так, ну что, одного льва мы одолели. Если честно, вот эти животинки какие-то, они на львов-то не особо похожи. Почему они львы, не знаю, какие-то больше на слонов, не знаю, бульдогов каких-нибудь. Ай, получили в голову, а? Так, ну что ж, давайте, попытка номер 2, сальтушечку, на тебе, да, смотрите. Так, и еще сальтушечку, эх, самоубился, ребята, самоубился. Опять панды, а? Панды на львах, ну ладно. И один самоубился, второму мы заехали в голову, ребята, так. Так, ну-ка, перевернись. И ты тоже, давай, последний. Да, мы дотянулись до головы, ребята, до головы вот этого чувачка на каком-то странном льве, хотя это какие-то бульдоги, я не знаю. Танцуй, лев, танцуй, выиграй. Задание, да, ну вот мы на этой собаке странной какой-то оказались вдруг. Ах, чуть не перевернулись, чуть не ударились головой, да что ж такое-то, а? У нас пошел этот танцпол, короче, из-под ног уходить. Так, ну, панда, на тебе, есть, ребятки, 1-1 счет, вот это круто, пока что все идет. Есть шансы, хотя, мне кажется, задание это очень простое. На тебе, да, смотрите, как мы заехали. Чуть-чуть назад отъехали и вперед, давай, иди сюда, да что ж такое-то, за мину зацепился. Ай, не перевернуться бы нам, смотрите, упали на дно, а. Эх, и пол ходуном ходит, да что ж такое-то, теперь мы внизу. Эх, не ехай сюда, чувак. Не ехай, сейчас мы к тебе приедем. Так, пилы сверху. Эх, перевернулись, а? Ударились об угол пола, или как это обозвать. Так, опять за мину. Ну иди сюда, иди ко мне. Не долетел до потолка, ребята. Да что ж такое-то, самоубился, а?
В очередной раз самоубился. Сколько можно? Иди сюда! Иди сюда! Вот мы, смотрите, как его об угол затолкали. Хотя была возможность и у нас перевернуться вполне такая нормальная. Так, так, да, ребята, 4-3 еще, хотя мы проигрывали совсем недавно. Так, иди сюда, иди сюда! А, может, от потолок? Эх, не дотянулся до потолка, не долетел. Не долетел, ребята, наш противник до потолка. Ну, мы идем к тебе идем, да, 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 на тебе. А, мы выполнили это задание на странных львах. Так, что же тут у нас дальше идет? А дальше у нас тут кудах-тарабах, выживи в течение 15 секунд. Ай-яй-яй, ребятки, это то же самое, что и панды, только мы тут, смотрите, петухом играем. Ай, какая-то вообще куча мала опять, все эти фейерверки везде летают. Но мы как-то застряли вот рядом с этим колесом, мы ни туда, ни сюда. Ребята, мы выполнили задание, смотрите, с первого раза. И наш петух полетел, вон, сальтушечку сделал в полете в самом конце. Да, ребята, ну что ж. Лже-император, выиграй. Посмотрим. А-ха-ха, ребята, мы на этих забавных, не знаю, тележенциях. Кто это? Телеги какие-то. Не знаю, как обозвать эту штуку. Как правильно называется эта штука, когда два чувачка везут третьего. Эх, в голову нам заехал красный. Ну, это ни о чем не говорит, ребята. Сейчас мы ему... Да, вот, смотрите, как у нас получилось. Нормально так заехали в голову. И еще разочек, и еще разочек. О, пингвин полетел в голову нашему противнику, ребят. Так, ну что, еще совсем чуть-чуть. Эх, назад и вперед. Да, смотрите, как мы затоптали ему голову, нашему противнику. Так, ну что, вперед давай. 4-1, ребята, счет. Вот это крутяк, вот это крутяк. Ну давайте назад и вперед. Перевернись. Эх, пингвином хотел я зарядить, не получилось, но мы зато попали ему в голову чувачком, который вез нашу телегу. Ребята, бои на телегах на каких-то. Да, ну что ж, ребята, у нас осталось 4 задания выполнить за этот месяц. Так, ну что ж, а на сегодня все. С вами был Мобик, до новых встреч, пока-пока.